Журналист спрашивает у доктора в психиатрической лечебнице. Как вы определяете, нужно ли человеку пройти лечение в вашей клинике? Доктор. Есть у нас один маленький тест. Мы наполняем ванну водой и кладем рядом чайную ложку, стакан и ведро. А затем просим потенциального пациента опустошить ванну. Журналист. Конечно, очевидно, что нормальный человек будет делать это ведром, потому что оно больше. Доктор. Да, нет. Нормальный человек вытянет пробку. Возможно, вам следует пройти в палату 39, и мы с вами побеседуем более детально. Когда нам дается выбор, мы перестаем мыслить масштабно. А ведь часто лучшее решение находится за пределами предложенных вариантов. Этот мир предлагает людям все, кроме истины. Этот выбор можно сделать самому и найти истину.